как бы идет два таких. Интересно, да. Интересная схватка. Дартем и Арлан ММА. Вот у нас. Руслана видел, за ним следил по Улану. Улана, я Дартем как бы слежу за ними через Инстаграм. Они позвали бразильца. У них тренер из Бразилии. Он черный пояс по БЖЖ тренирует, и грэплингу. Очень хорошие такие показывают приемы. Я немножко так, они когда выкладывали, я смотрю. И он, этот боец из Бразилии, сам профессиональный боец по ММА. Он сам участвует. Я не знаю, там на каких-то турнирах, но он тоже боец. И сам он тренирует их грэплингом. Мне что нравится, то, что начали наши спортклубы приглашать иностранных, зарубежных инструкторов к себе, тренеров. Таким образом способствовать профессиональному развитию этого спорта, как грэплинг, как джиу-джитсу. Великолепный подход. И вот отмечу, Дартем делает очень качественную работу для молодежи, для развития ММА. И я не знал о том, что они пригласили специалиста, непосредственно именно бразильца, чтобы улучшить свой партер. Они же проводили турнир, кстати, Дартем. Помнишь, год-два назад проводили призовой фонд у них был по грэплингу. Ага, было, да. Казахфильме. Да. Вот. Ага. Тогда вот Руслан, Умар, Ислан Сарилов, они боролись, а Тагильде боролся там еще. Да, шоу вот. Было суперское. Да, они очень хорошо провели такой турнир, прекрасно. Хотя в грэплинге они первый раз, наверное, проводили турнир, но очень шикарный. Мы ждем еще от них каких-нибудь таких турниров. Призовой фонд еще денежный был. Спортсмен. По правилам UW, насколько я помню. Вот вроде это, насчет каких правил, я точно не помню. Но смотрели все мы в прямом эфире, смотрели эти схватки. Картинка, организация была великолепна. Ну что ж, у нас здесь вольная борьба. Стойка. Да, да, ММА, это вот так вот. Да, будет бы... удивительно, если представитель ММА сядет в гард и начнет работу с гарда. Работать снизу, да? Да. Ну, может быть, как домашняя заготовка, Иманари ролл, там запрыгнуть какой-нибудь такой в них. Есть такие, опа, ушел вниз, Руслан Сариев. Вау. Все, ждем. И проход гарда мы ждем. Опа, нет, нет. Окей, начинается. Закончилось. Две минуты уже прошло. Мы не видим, как сейчас придется активизировать спортсменов. Да, когда человек не часто борется в грэплинге, джиу-джитсу, вот так вот у них долго раскачка бывает. За что взяться, с чего начать, как бы, не знает человек. Бойцы ММА славятся именно выносливостью, с динамикой. Мы, я предполагаю, что сейчас будет у нас динамичная работа во второй половине схватки. Или рубка, да, будет какая-то, да, здесь? Да, мне кажется, здесь это... Такой, ну, завести надо сначала этот мотор. Основное шоу. Ну, давайте, ребята. Уже третья минута уже проходит. Ребята аккуратно изучают друг друга, смотрят. Вот. Раз. Контроль. Два. Есть оценка. Отличный бросок. При этом оба спортсмена в каких весовых бьются в ММА? Вы не знаете? Нет. У нас почему-то на табло не выходит. Я не вижу его. Ну, они могут в грэплинге по одному весу, по-моему, наверное, у них на килограммов 8 или 10 поменьше чуть вес выходят всегда эти люди. До 70, да. 70 килограмм, я думаю, что это такой рабочий вес. Ну, пытается работать с баттерфляй гарда Руслан Сариев, посмотрим. Ну, как? Секундирует Улана из Дартима Ринат Валиахметов. Я слышу его голос за кадром. Ринат Валиахметов постоянно и в ММА, и в грэплинге со всеми спортсменами и на всех соревнованиях секундирует. Потому что наш коуч один из первых, кто занимался грэплингом. Русланова, великолепный тренер и великолепный человек. Единственное, не так близко знаю его, насколько хотелось бы этого профессионального человека в нашем деле. Человек пятый десяток, насколько я знаю. При этом задает темп молодежи. Сам постоянно в тренировочном процессе. Да, и в хорошей форме. В хорошей форме, конечно. Без этого просто человек не может.
Это жизнь просто его, Рената, спортсмена. Стиль жизни, да. Да, стиль жизни просто. При этом... Турниры, турниры, да. Ученики, турниры, ученики, турниры. Ренат Ага начинал у нас, кажется, преподавать грэпплинг, называя его еще тактической борьбой. При этом он не знал, что существует грэпплинг. Насколько я помню, он рассказывал об этом моменте. И потом уже впоследствии не увидели то, что есть, оказывается, грэпплинг. Оказывается, такая борьба существует, да. То есть они дошли до этого сами. Ну, молодец. Итого у нас завершается схватка. Осталось 45 секунд. Перевод, да. И развитие событий задает Руслан. Ну, он просто удерживает человека в гард, открывает гард. Руслан Сариев, да. Не может выйти из него. Ну, это просто как бы... Опа, хорошо, хорошо. Здесь можно забрать спину и как-нибудь. Демонстрирует плотную работу. Да, 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 хорошо взял шею. Плотную работу, классическую для ММА. Ну. Плотность позиции хороша. Есть. Того. Да. Финиш. Схватки. Ну, типичная была схватка для представителей ММА. Да, для ММА это типичная схватка. Ну ничего. Хорошо. Хоть ну, просто посидят и потом решением как-то да. Дополнительное время не дошло до этого. Хоть бросок был хороший. Так, это у нас разминочная зона. Я показываю спортсменов, тренеров. Каждый сейчас просматривает свои схватки, наверное. Что у него там? Как был не так? Хороший бросок. Хороший такой, еще амплитудный. Это должно зайти в хайлайт. Да. Это супер перевод. Я такой, я редко вижу, снаружи взял ногу, отвел ее в сторону. И при этом еще приподнял его. Приподнял его, да. Нестандартно.